Доброе утро! С вами я, Ольга Платонова, и удачное настроение. Благодаря современным селекционным работам бахчевые наступают на север. Появились новые районированные сорта дыни и арбузов. И эти растения прекрасно у нас здесь чувствуют. Но, к сожалению, солнечных дней у нас очень мало, и они не успевают набрать сахар. Вот и приходится срывать их красивыми, но, к сожалению, невкусными. Итак, спасаем несладкую дыню. Во-первых, ее нужно почистить. Режу дыню на плоские квадраты и раскладываю по банкам. Теперь все это заливаем горячим сиропом. Чтобы сделать сироп, я добавлю 250 грамм сахарного песка на 750 миллилитров воды. Потом стерилизую 15 минут. И добавляем мы чайную ложку уксусной эссенции. Именно от уксусной эссенции появляется неизвестно откуда запах и привкус ананаса у дыни. И вообще этот десерт называется ананасная дыня. Теперь просто я все это закручиваю. Вкусный десерт готов, дыня спасена. Перейдем к арбузу, его мы будем мариновать. Спелый арбуз берем, разрезаем. Очищаем от кожуры. И очищаем от семечек. Кусочки арбуза закладываю в банку. Для маринада нам понадобится 1,5 литра воды, 1,5 стакана сахара, 2 столовые ложки соли, стакан уксуса, укроп, чеснок и гвоздику добавляю по вкусу. После того, как банку простерилизуете 15 минут, закручиваем это все. Молодые арбузы замариновать можно прямо с коркой, и они будут вкусными. Не беда, что бахчевые у вас выросли не сладкие, зато из них можно сделать прекрасные консервы на зиму. Удачного всем настроения!